Здравствуйте, с вами магазин Автозвук.ua. Сегодня мы рассмотрим автомобильную однодиновую магнитолу от компании Phantom, модель FP360. Поставляется она в фирменной упаковке. Давайте рассмотрим комплектацию. Внутри находятся провода подключения акустики и питания, разъемы стандартные ISO европейского стандарта. Также имеется оригинальный гарантийный талон, небольшая инструкция и сама магнитола. Магнитола бюджетного сегмента. Передняя панель не снимается, на передней панели расположены кнопки управления, небольшой дисплей, под заглушкой разъем USB, чуть ниже разъем AUX и также слот под SD-карты. SD-карты поддерживаются до 32 гигабайт. Магнитола с шахтой идет. Сзади по разъемам у нас две пары линейных выходов, RCA или тюльпаны они еще называются, антенный разъем, предохранитель на 15 ампер и два разъема для подключения акустики и питания. Магнитолу мы сейчас подключим на питание 12 вольт и пройдемся по ее функционалу. Подключили магнитолу на питание, включаем ее. В магнитоле подсветка красного цвета, подсветка не меняется, также не меняется ее яркость. Отдельно выведены предустановленные варианты эквалайзера, отдельная кнопочка есть, и также отдельная кнопочка включения объема звука, load. По настройкам стандартные настройки, баланс, фейдер, load, объем звука, включения, выключения и управление эквалайзером. Также отдельно приглушение звука имеется, кнопка. В данной магнитоле используются вообще 4 режима. Это режим радио, режим SD-карт, режим USB и режим AUX. При покупке на данную магнитолу обязательно распространяется гарантия. Дополнительные характеристики и стоимость ее вы сможете узнать на нашем официальном сайте автозвук.ua.